Верните четвертую поликлинику. С такой просьбой вышли на коммунистов возмущенные родители местечка Лесное и Сортировки. На организованную встречу с медиками и политиками вышли мамы, папы и бабушки с колясками. Раньше, рассказывают жители, поликлиника была рядом, и ходить туда было удобно. Сейчас приходится ездить на Шереметьевский проспект или на Театральную. Пешком идти? Ой-ой-ой, милые мои. А на такси тоже? Знаете что? Не все карман толстый на такси-то. Дальнее расстояние не самая большая проблема. В поликлинике постоянные очереди, жалуются родители. В душных коридорах приходится просиживать несколько часов. Пока сидишь 3-4 часа с больными детьми, например, ты пришел выписываться за справкой, кто-то сидит, кашляет, чихает, коридоры 1,5 метра, естественно, заразиться заново – это просто очень легко. Жалуются родители на недостаток специалистов. Очереди занимать приходится с 6 утра. Всех врач не может принять за один прием при всем желании. Будет опять та же толкучка. Коридор, места-то ожидания нет. Условий-то нет. Детей по 5, по 6 тысяч. Пришедшему навстречу главврачу 4-й городской больницы депутату Беляеву пришлось буквально держать оборону. Рассерженные родители требовали с медика ответы на все свои вопросы. Беляев ссылался на решение Минздрава и регионального департамента. 4-ю и 9-ю поликлинику на Сортировке закрыть пришлось из-за снижения роста рождаемости. Ни 4-я поликлиника, ни 9-й поликлиники не были работоспособны. Потому что для того, чтобы были невролог, хирург и работали на полную ставку, они должны выработать определенный норматив. То есть они должны прибыль приносить? Что-то? Не прибыль. Они должны, должны принять столько больных, чтобы получить заработную плату. Родителей этот ответ не устроил. Вы объединили. Фрянькова туда загнали, Лесное, Кусаковку, всех-всех. Половина города. Вы можете помолчать? Ольга Рунова – главный врач 6-й детской поликлиники. Она считает, что жаловаться не на что. Сейчас помощь деткам оказывается на высшем уровне, а очереди можно и потерпеть. При объединении 4-й детской поликлиники в 6-ю детскую поликлинику – это спасение детского населения, поскольку до присоединения к нашей поликлинике люди испытывали недостаток в медицинской помощи, а именно в кадровом составе. Не было физиотерапевтического кабинета, не было массажа и гимнастики, и была нехватка врачей-специалистов. Ни врачи, ни политики не подразумевали, что разговор получится настолько оживленным. Родитель бескомпромиссно требует сделать поликлинику в шаговой доступности. Будем выходить сейчас на какое-то усредненное решение, я так понимаю. То есть, во-первых, строится трехэтажная поликлиника, которая будет обслуживать Сортировку взрослые. Будем просить один этаж под детей. На Сортировке порядка 5800 детей. То есть этого достаточно, чтобы загрузить врачей. Представитель департамента здравоохранения отметил, что этот вариант развития событий возможен. Выделение этажа или нескольких кабинетов новостроя будет решаться на ближайшем заседании в департаменте. Сложно будет только привлечь узких специалистов. Молодежь в профессию не идет. В больницах кадровый голод. Специалистов не хватает. Мы сейчас есть вакансии в 6-й детской поликлинике. Вопросы трудоустройства решаются. В ближайшее время, я думаю, что 6-я поликлиника будет полностью укомплектована специалистами. Прийти к общему знаменателю родители и медики не смогли. В 6-й детской поликлинике, в которую дети будут ходить до решения проблемы департаментом, обещали сделать электронную запись на прием, чтобы справиться с очередями. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.